помощью видеонаблюдения можно отслеживать, что происходит на территории многоквартирного дома, у вас в квартире, на дачном участке или загородном доме. Это дает возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы, ЧП, а в случае необходимости вызвать спецслужбы. Камеры Ростелекома есть как для внешнего видеонаблюдения, так и для внутреннего. И те, и другие передают картинку в HD-качестве. Камеры оснащены инфракрасной подсветкой для того, чтобы передавать картинку даже в ночное время суток. Кроме того, внешние камеры оснащены защитой от гроз, от снега, от дождя. Алексей паркует свой автомобиль во дворе дома после того, как его машину кто-то серьезно помял, решил обезопасить себя на будущее и самостоятельно установил видеонаблюдение. В целях безопасности. Также, конечно, бывает, уезжая в отпуск, машина остается здесь, чтобы можно было присматривать из любой точки мира. Могут задеть, поцарапать машину и украсть ее могут. Я поставил камеру. Работает и круглосуточная поддержка пользователей, куда можно обратиться в случае, если абонент столкнулся с трудностями при подключении видеокамер. Изображение транслируется в режиме реального времени. Записи хранятся в защищенном облаке в течение 7 дней. Их можно просматривать в любой удобный момент. Вы всегда можете проконтролировать, вернулся ли ребенок из школы, чем он занимается. Специально мобильное приложение «Умный дом» позволяет получать уведомления о любых изменениях. Движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры. Внутреннее и наружное видеонаблюдение работает с любым оператором связи.